Спасибо большое. Мне всегда нравятся эти слова. Твист и Чарльстон, вы заполнили шар земной. Где тот твист, где тот Чарльстон? А вальс до сих пор с нами, да, никуда не делся. Так что я говорю о том не случайно, что удалось. У меня в первом отделении еще две песни, но, по-моему, душно. Хотим мы сделать сейчас перерыв, или мы еще две песни будем слушать? Или одну? Две песни будем слушать. Хорошо. Я с вами договорился. Теперь держитесь. Тоже песни две из репертуара Клавдии Ванны. И первая песня тоже одна из знаковых. Мы сегодня вспоминали знаковую песню Анны Герман, а сейчас Клавдия Шульженко. «Записка». Бродский, Герман. Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, то, что много лет хранила тайно в темных корешках пожелтевших книг. Вашу записку, несколько строчек, те, что я прочла в тиши, ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души, наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след, все, что волновать могло меня в 17 лет. Ваша записка, несколько строчек. Где вы, мой далекий друг, теперь? Дни сменяют дни, и в этот вечер, если о былом честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить вашу записку, несколько строчек, те, что я прочла в тиши, ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души, наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след, все, что волновать могло меня. 17 лет, ваша записка, несколько строчек. О, я давным-давно не